Самолет МЧС доставил в Москву 19 детей и подростков из Донбасса. Самому маленькому пассажиру еще нет и месяца. У всех сложные диагнозы, нужны срочные операции. Самолет оборудован специальными медицинскими модулями. Во время рейса из Ростова-на-Дону пациентов сопровождали врачи. В Москву также прилетели родители некоторых детей. У нас на данный момент в ЛНР нет оборудования практически никакого. То, которое оборудование было, его снарядами уничтожило. Поэтому шанс один у нас спасти ребенка своего именно здесь.